В этом выпуске я вам расскажу, как отбелить зубы на системе Zoom 4. Досмотри это видео до конца, и ты узнаешь все подробности. Всем привет! Вы находитесь на канале «Стоматолог доктор Кривцов». Ставим палец кверху этому видео, подписываемся на мой канал, жмем колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. В современном мире белоснежная улыбка – это желанный атрибут каждого успешного человека. Сегодня я вам расскажу более подробно, как отбеливать зубы на системе Zoom 4. Метод отбеливания зубов начал активно использоваться с 70-х годов. На сегодняшний день эта методика приобрела свое совершенство в виде технологии Zoom 4, производства Philips. Ну и основным показанием для этой процедуры является неудовлетворенность цветом своих зубов. Ну а какие же есть противопоказания, спросите вы? А сейчас я об этом и расскажу. Самое главное противопоказание является повышенная чувствительность зубов, наличие кариозных процессов на зубах, которые спланируются отбеливание, эрозия зубов и также большие пломбы на зубах, потому что они не подвергаются отбеливанию, но это является относительным противопоказанием, потому что в принципе пломбы можно поменять на более светлые. А также важным противопоказанием является беременность и лица, не достигшие 18 лет. Ну а сейчас расскажу более подробно о этой процедуре. Занимает по времени она в течение 2 часов. Есть одно условие для проведения этой процедуры. Что же необходимо сделать перед данной процедурой, спросите вы? Необходимым условием для проведения этой процедуры является хорошая гигиена полости рта. А перед отбеливанием зубов необходимо провести профессиональный комплекс гигиены. Желательно это сделать за пару дней перед процедурой, ну или в течение 2 недель. Ну а чтобы эта процедура прошла у вас безболезненно и как можно приятнее, есть определенные нюансы, которые нужно следовать. Первый из них: за час перед процедурой необходимо выпить Бурофен Экспресс. Нужно использовать обезболивающее ибупрофенового ряда. Представители этого класса являются Нурофен Экспресс. Все другие обезболивающие будут неэффективны. То есть, если вы собрались отбеливать, за час перед процедурой нужно выпить 1 таблетку Нурофен Экспресс. А также необходимо будет выпить 1 таблетку Нурофен Экспресс перед самой процедурой повторно. Ну а сейчас расскажу о самой процедуре более подробно. Ну и конечно же вас интересует принцип действия отбеливания зубов. На самом деле все достаточно просто. Используется концентрированный гель перекиси водорода 36%. Он наносится на зубы и происходит воздействие светом. Активирует этот гель, выделяется атомарный кислород водорода. Он проникает в ткани зуба, конкретно в эмаль, и расщепляет оттуда прокрашивающий пигмент. И после этого ваши зубки приобретают белоснежный вид. Сама процедура проходит в течение 2 часов. Первый час идет подготовка, идет изоляция каждого зуба жидким кафердамом. Это делается для того, чтобы не произошел ожог слизистой от перекиси водорода, если она случайно попадет на десну. После того, как все подготовительные этапы завершились, и мы приступаем к самому отбеливанию, наносим гель на каждый зуб в отдельности, такую горошинку небольшую, устанавливаем лампу в полости рта и включаем ее на 15 минут. После того, как 15 минут завершились, мы меняем гель и повторяем эту процедуру 3-4 раза. Поздравляю вас! А теперь вы обладатель белоснежной улыбки. Ну и по завершению данной процедуры обязательно нужно будет выпить 3-ю таблетку Нурофен Экспресс. Это нужно сделать для того, чтобы обезопасить себя от неприятных ощущений и болезненности зубов. Многие из вас сталкивались с таким расхожим утверждением, что отбеливать зубы – это больно. На самом деле это не так. Конечно, есть неприятные ощущения в виде такого покалывания, кто-то называет это такое кратковременное простреливание. По своему опыту скажу, что да, такое имеет место быть. В конце процедуры краткосрочное такое покалывание, 1-2 секунды и отпускает. Вот это самый минус этой процедуры. Ну а теперь хочу поделиться с вами своим личным опытом, потому что данную процедуру отбеливания зубов на системе Zoom 4 я проводил себе лично 2 года подряд 2 раза. Григорий, как ощущение? Нормально. Сегодня провели комплекс отбеливания на лампе Zoom 4. Я остался доволен результатом. По ощущениям скажу, что небольшая чувствительность все-таки присутствует в этой процедуре. Но они такие секундные боли, достаточно терпимые, конечно, неприятно, но тем не менее результат его стоит. Вот, и все. Ну и в целом, я очень доволен результатом и рекомендую всем, кто хочет приобрести белоснежную улыбку. А теперь, чтобы сохранить вашу белоснежную улыбку, вам обязательно нужно соблюдать белую диету. Что это значит?
Это значит, нужно исключить из рациона все красящие элементы. То есть все красное, коричневое, черное, красное, оранжевое, цитрусовое. То есть исключаем из рациона пищи крепкий чай, крепкий кофе, цитрусовые напитки, кока-кола, коньяк, виски также, вишня, свекла, морковь, томаты. К сожалению, это придется все исключить, но хотя бы строго на 2 недели. Это очень строго. Ну а дальше скажу вот лично от себя, я ее не держу. По сути, эффект у меня держится в течение года и к обратному цвету уже не откатывается. Ну а также мы расскажем, как отбелить зубы в домашних условиях. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях, и я постараюсь ответить каждому. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверху, подписывайтесь на мой канал, жмите в колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. На связи был ваш доктор Кривцов. Улыбайтесь, это красиво!